Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о гравилате городском. Многолетнее травянистое растение. Растет он повсеместно. Стебель прямостоячий, мягковолосистый, 40-60 см высотой. Цветы у гравилата правильные, желтые. Плод сборный из орешковидных семянок. От семян этого растения приходится постоянно избавляться, потому что семена цепляются на одежду, на аксессуары, на шерсть наших животных. Таким образом, природа приспособила перенос семян этого растения на различные расстояния. Такой у него метод размножения. Препараты гравилата городского обладают противовоспалительным, отхаркивающим, противорвотным, желчегонным, успокаивающим, кровеостанавливающим и ранозаживляющим свойствами. Во всех частях растения содержатся дубильные вещества, эфирное масло и смолы. Кроме того, в корнях обнаружены углеводы, сахароза, рафиноза, крахмал, алкалоиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, катехины, а в траве флавоноиды, кверцетин и кемферол. Гравилат городской оказывает лечебное действие при заболеваниях печени и желчного пузыря, при кашле с интенсивным выделением мокроты, астме, успокаивает и улучшает общее самочувствие. Стеблевые листья растения тройчатые или трехраздельные, прикорневые, лировидно-перистые. Отвары и чаи из верхней части гравилата используются при лихорадке и дизентерии. Каждый год я собираю гравилат городской, и он у меня обязательно находится в аптечке, потому что он оказывает очень хорошее оздоровительное действие на желудок. Официальной медициной он не используется, но используется только в народной медицине. Еще Гиппократ описал это растение в своих трудах. Также в галеновых препаратах гравилата городского обнаружено противомалярийное, общеукрепляющее и патагонное свойство. Чай из гравилата оказывает противорвотное действие. Попробуем наш гравилат городской. У него вот такой янтарный цвет, очень красивый. Я скажу, каков его вкус. Я его уже пила неоднократно. Сейчас посмотрим. Довольно-таки приятный вкус у него. Я думаю, что вам понравится. Да, изумительный вкус такой травяной. Очень приятный. Я вам желаю прекрасного чаепития. Сегодня мы познакомились с гравилатом